Хорошая новость для тех, кто мечтал заняться спортом, да все не находил повода. В субботу в туристическом комплексе «Мегагрин» откроется первый областной фестиваль здорового досуга. Праздник начнется в 12 часов. На нескольких площадках будут проводиться мастер-классы по модному фитнесу, уроки здоровой кулинарии, состязания по боулингу. Прийти можно в спортивной форме и сразу же поучаствовать во всех забавах. Там же откроют ярмарку спортивных товаров. Возраст значения не имеет. Это мероприятие рассчитано на всех. И настолько разноплановые площадки, что каждый найдет для себя по интересу и по своему возрасту занятия.